Всем вас сап, братва и сестры, та же гости канала. С вами Алекс Бро и Гейминг Бро. И главный владелец, скажем так. Сегодня у нас будет ностальгическое, скажем так, прохождение. Это будет Science Row The Third, третьей части. Вспоминается игра и сразу думаешь, что первой мысль у тебя вызывает название этой игры. Напиши комментарий, что у тебя первый приходит в голову, а мы пока начинаем совместную игру. Увидимся не, уже. Негры сразу вспоминаются. И мы начнем сразу уже с заставочки. Так что, как говорится, ожидайте. А это ж не Аппенадис. Я вижу священный свет. Та-дам! Надо перебить эту музыку. История о человечестве. Стоп. Что такое? Я все понял. Помните, в гимне Украины в начале начинается так почти. Понятно. Хватит страдать фигнёй, тебе говорит история. Итак, тут нам рассказывают историю, вы можете как видеть субтитры. Что, Жека Пятикантров? Что? Так, отставить, серьезная музыка играет, АП, который пытается переорать. Взаимно, брат. АП. Знаешь, сейчас зрители Алекса подумают, сумасшедший какой-то. Я не сумасшедший, я пытаюсь просто это перебить, чтобы она не орала. Священный свет. Да что-то слепит этот священный свет. О, а теперь чудо реклама Кока-Колы. Ага. Хорошо, Спрайт. Ну ладно, то что-то смешка, окей. Только это напиток только в Японии, видимо, ты забыл. Даю вертухи всем. А, это побочный эффект продукции, я как понял, да? Ага. Запрещено в Калифорнии. Japanese commercials, easiest money you'll ever make. Grand larceny's right up there. You ready for this? Mm-hmm. No worries. I do my own stunts. Hey, you're just a ride along, man. So don't get all honky. А чё это чувихой голосом? Я вроде помню другой. Чё она уже немножко роботизировалась? I gotta make it real. Это изменение голоса, Жека. Trust me, Burke. Ну этот голос я узнал, это нормально. Ты хочешь стать Джонни Геттом? Не знаю. Смотрите, не знаю. Да, нет. I'm cool with the Saints movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Josh some slack, he's just researching his plug. Говорится слово нет. Alright, people. Понял. Нет, нельзя, господи, зачем актеров взяли в реальное ограбление? Я так и не курил. Только дофига пушек и происходит дичь. Ага, бабушка умеет. Опасная бабка. А вот тут все с пистолетом, ты че не видел? Oh, that's different. Не, ну бабка. Ну да. Даже бабка знает, как от нас отбиваться, походу. Действительно, хороший план. Все, ты теперь. Вот так и начиналось. Если так еще будет продолжаться, я сейчас тоже возглушил. Чего? Отставить панику. Назад. Настройки голоса. Потом настроим. Опа, 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 перекатик. Лежать! Блин, ты что путаешься под ногами?
На-на-на-на-на-на-на. WWE представляет студию садиться на рожу. Я кого-то забыл еще убить? Вроде нет. А, нет, забыл кого-то убить все-таки. Извините, что я забыл убить. Сдача не нужна. Я тебя слышу вообще. Кого ты там слышишь? Люки свои. А что я тебе поделал? Ну? Бирк, ну он тупой. Он приемный, что ли, по жизни, а? Он приемный, как и же. А он же тебя услышит. На-на! Даби-даби снова с вами было на 3 секунды. А, надо еще даби-даби сейчас показать. Опа! Опа! Отлично. Чего? Одну секунду, друзья, у нас тех проблемы, мы вернемся с момента отрыжки. Итак, с момента отрыжки мы быстро возобновили. Что, не ожидали, что мы такие скоростные? Вот и хорошо, что не ожидали. Так, где охрана, моя любимая? А, они уже все сдохли. Ну так нечестно, я хотел рестлинг прием им показать. Может на этих провести, а? На этих дудиках. А, ты лежишь мертвый, какая обида. Да ё-моё, стул мне мешает. Не обращайте внимания на это сообщение, у нас тут, скажем так, инопланетяне захватывают Виленн аккаунт походу. Нанна, а пока сяду сюда в жопу. Жека, тебе сейчас хана будет. Сейчас Пинтерсел твой говно сфотит. Ирен, ну в записи спокойно будет. Как инопланетяне твой язык поймут, слышь? Да дай мне рейсингом побить, а то ты берешь, застреливаешь. Нанна! Опа! Здорово! А поебалу, хоп! Как? Это ты сейчас какой, чему инфу ты говоришь, а? Все части. Да тут душно в этих масках. No way we're cracking. Продолжим, Алекс. Ready for Plan B? Yep. Josh, get over here. Got the tools right here, Holmes. Конечно. Я же даю сюда его себе. Fuck no. Ну, what? Хороший план, кстати, прозрыв сразу. Cool, господи. Я так и не понял, зачем мы этого додика взяли? Я тебя не в плен посажу, я тебя в колонию. Вилен, мы к банк грабим, соберись, хорошо, с инопланетным разумом общаться, который только ты видишь. А, конечно. О, даже инопланетяне про мой канал знают, кстати. И вам надо знать, сделать так, как они писали. А я пока сейчас взрывчатку еще поставлю. Аля хабар. На. Что? В смысле, как я забыл? Не помню. Я не понял вопроса. Я откуда знаю? Ты же замутил их? Я их просто замутил и все. Нажал на их аватарку правой кнопкой мышки, там была настройка пользователя громкости. Поставил на ноль, все. Так, ладно, теперь продолжается само Армагеддон, а я рассказал небольшое обучение, как замутить в Дискорде человека. Какое полезное видео выходит. О, все. Тишина и спокойствие. Да. Нанна. А то сатанисты уже надоели. Нанна, дропкиком об стеночку. Знаешь, как делаем? Так. Берем. Негра. И он улетает. А, нормально. Чё надо, дядя, дробовик? А, у меня тоже есть дробовик, дядя, я тебе хочу похвастаться своим дробовиком. Давайте я своим похвастаюсь. На-на. Как я дробовик?
Ты слепой? Я тут, братан. Я тут, пацаны. Аниме с вами. Аниме в душе. С дороги. Рестлинг прием. Нанне. О, щитовик. Эй, щит. Щит, дай щит. Не будь. Нанне. А если я твою бошку отстрелю? Давай, мы сможем. Инопланетяне заявляют, что ты слышишь странные голоса. Как пояснишь этот факт? А я скажу, пусть они идут на кого-нибудь. А зачем щит? Щит для слабаков! Продолжаем. О, кстати, вертушка. Вертушечка. Я еще то скажу, что у меня постоянно аккаунт забирают по имени Коля. А. Ну все, пора нам. Крепи давай. А что ж ты раньше не сделал? Что ж ты раньше своих голосов в голове не успокоил, а? Потому что... А, вот ты где. Брат-близнец. Ой, ё-моё, мы поднимаемся, блин. Давай, идём за ним. Да погнали. Надо сразу устроить кадабум! Я сказал кадабум. А, я уже устроил кадабум. Опять ты вертолет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Держись, придурок! Так, высадка Нормандии я вам не разрешал. И вам тоже летать. Да все, я вертолет уничтожил. Зачем снайпер убивать, если вертолет можно взорвать? Вертолет садится! У него там целый нормандский отряд. А нет, я пошутил, уже никого нет. Что, еще хочешь свинца? Ну давай, я тебя угощаю. На-на-на-на-на-на-на. Да, только это возможно, да. Господи, мы пилота шо, на Алиэкспрессе нанимали, а? А мы ой, будем что? Получать периодично по ходу послания от инопланетных существ, веленных прозвал Колянами. И не только, и Жек, и Евгешек, и Гордеш. А-а-а. Даже так. Это, конечно, интересная теория. Чего? Он вот меня пролетел, и меня не думал. Ну, нормально. Ай, блин. Шо, опять высадка Нормандии будет, нет? Да поваляйтесь вы уже спокойно, а. Вон чё, трудно поваляться, позагорать. Чё вы такие суетливые? Но началось, сейф мы потеряем уже. Опять высадка Нормандии, я сказал, что отмена операция. А ну гулять. А где вертолет, я не понял. Снайпер, ушел от меня, я жить хочу. Надо убить потом Жеку и передавать. Ну это ты разбирайся с ними, они мне что сделали, я их вовремя успокоил и все. Да дохнуть тебе пора по расписанию. Но он только не это. Все, лети. А, еле выжил. Отлично. А вот и хейтеры нас повязали. Это подписчики, это они на сходке были. Ага. Только в итоге нас за решетку отправляют. Интересно, что мы такое сказали? На сходке, что нас посадили. Что, вы
выбираем персонажа. Ну да. Я даже не знаю, это будет в полном версии или ускоренном, или вообще обрежу, тот, как происходило создание существ инопланетных. Что значит примечание? Я вытягиваю. Непонятное примечание, ладно, что-то загрузка затягивается, увидимся на создании или уже на готовом персонаже. Итак, загрузка прошла, начинаем создавать персонажа. Ну что, Вилен, будем братьям или тёлка и мужик будет, или две тёлки будет, как? Не знаю, как хочешь. Наверное... Я так, наверное, тёлку создам, только необычную, я думаю. Да. О, кстати, мысли читаю. То, что я и хотел. Нормально. Так, надо только выбрать. Да идет такая телосложение. Какая ты у нас будешь? Давай-ка мы сделаем из тебя немножко. Ну вот такое телосложение, допустим, кожа. О. Детали кожи не надо, возраст. Давай, ты будешь. Пам 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 пам. Тара 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 там. О, сойдет. Привлекательность. Уип, 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 уип. Я знаю. Так, дальше. Поехали. А, хорошо, что цензура есть. Это хорошо. Так. Все, я готов. Сейчас я кое-что с ней сделаю. Я буду фрика создавать, если что. Говорится... Так, надо реально. О-хо-хо-хо-хо, отлично. Великолепно. Делаем просто что-то оригинальное. О. Девушка-торчок. То, что надо. То, что надо. Ну, свет класс. Ну, конечно же. Так, о, господи. Ну, давай случайный уже. Данные выберу. Сойдет. Принять. Что еще есть? О, личность, самое главное. О! И теперь... Так, одобрять буду, наверное. Блин. Сейчас. Выберу, как послать кого-то на отсюда. И... О! Отличный жест. Гениально. Ну все, я готов. Лицезреть, как говорится. Ну, думаю, перемотка не понадобится. Ускоренная я быстро создал, вроде бы. Нашу принцессу. Опа. На уж, вот такая парашная история в тюрьме. Как Маша вставать. Ну тут рассказывают, наверное, частично второй Saints Row, когда они реально были бандитами. А не клоунами, как сейчас он говорит. Это чел вроде бы в последней части. Возможно. О, сестры проститутки пришли к нам с интересным предложением. Там еще вроде бы есть по имени Жека. You have any возможно. Idea who you're fucking with here? Of course. A remarkable likeness. These visions are Viola and Kiki. Филипп Варанович. Chairman of a multinational organization. Кого-то он напоминает мне, но не помню кого.
Evidently not, or you would not have popped our mind. Думаешь, он так выглядит элегантно? Actually, I wonder why my foot's not up your ass. No, so no. Like it or not, Mr. Gap, our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Ну давай предложение. Ничего себе предложение, Елена. Какое оно уникальное. Смотри. Listen, you French fuck. Please. I am Belgian. So make yourself a fucking waffle. We done here. Нормальная шутка. And I had so hoped to come to a rational business arrangement. Ну да, сейчас начнется. Опа, опа, за точку он взял. Ух, ё-моё, нас его бьёт. Ага, я не мог. А чё тут происходит? Мы тут берём самолёт под контроль. What about the plane? I'll fly it back to Stillwater. Johnny, you can't even drive stick. How are you gonna fly? Нормально. Человек с радиоуправляемой машинкой не справился. Он решил самолетом поуправлять. Мелочи, да? Go. I got this. Да, уж мясо просто неимоверное. Ну что, готовься лицезреть, что я создал. Давай сейчас. Я в основном ничего не менял. Да я так. Что-то поменял, что-то рандому доверил. Да давай, тряхивайся. Что такое? Ты посмотри на ее глаза. Глаза Нарика, видишь? Какие они расширены. А ты... Ты чё, на Олега косишь? Подвинься. Да-да-да. Ё-моё, хорошо тать. Да подвигайся, Шерри. О, пестики. Пестики во пестики, давай. Полежи немножко. О, секс-кукла, Вилен. Я нашел секс-куклу. Сейчас заберу. Дайте забрать секс-куклу. А, нет, это... Нельзя их забрать, жалко. Ладно, зато шорткап я сделал. Ой-ой-ой, да хорошо тать. Ты возьми нормальный штурвал и держи. Не, вы задолбали уже. Ладно. Ладно, я выпрыгиваю самолет, а ты как хочешь. Johnny, we're about to jump. Right on. I'll see you in still. Ну, я думаю, все нормально, да, Лилия? Ну, с этим чуваком. Да, дальше мы уже догадали, что происходит, нас выкидывают с самолета. Ну это было логично. Ну да. Я ловлю сейчас тебя, Шаунди. Я ловлю Шанди, а не мудаков. Оно отвали от меня. Ты в мои планы не входишь с сегодняшнего вечера. Ну ладно, поработай щитом у меня тогда. А, я понял, это инопланетяне забрали Джонни, возможно. Так, пошел вон отсюда от меня, ты балас уже. На, перверк, на. А ну, кто быстрее падает? Твой жердяй похожий на Олег, но с прической? Или баба апельсин? А, те мудаки пристали, значит, я быстрее падать буду. Без балласта.
Куда ты вниз полетел, а? Обезьяны. Обезьяны. А чё вы за нами прыгаете? Я не понял. Прицелиться не могу на вас, пацаны. Под прицел встаньте, пожалуйста. О, спасибо. Спасибо. А, маневр. Там еще ящики. Миля, меня там не взорви. Чего? Будет еще лучше. Воу-воу-воу. Ай-яй-яй. Прям взрывы. Сказ... Сейчас за минус. А, ящик. А, я сквозь ящик прошел. Нормально. Сейчас я некак озвучу. Ты где там? Жека. Ты охренел? Опять он... Опять у него голоса в голове заговорили. Думаешь, я тупой? Что у тебя мысли в голове все время трындят что-то, а? Это мое... Конечно. Я сейчас пароль потом заменяюсь. Блин! Вернись в реальность! На нас немножко самолет-то летит. Это нормально, что я сквозь текстуру? Нормально, я тоже сквозь текстуры, что? Так, Саунди, Джек, ты пока что лети вниз, а я полетел. Иди отсюда. А, в обоуху уже стрелять надо. Стреляю. Здрасте. Я за тобой. О, здорово. Где парашют? Гони сюда. Я мормок, ёпта. Да ну. Так, теперь надо валить. Джека, еще раз будешь мешать, я тебя убью. Все, внутренний голоса успокоил свои. Демонов успокоил, Вилен. Что? Аре там с демонами общаться. Пугаешь. Это сатанист. Я в голове только, я их не вижу. И не слышу. Ты их только слышишь и видишь. Вывод. У тебя голоса в голове. Так, отлично. Смерти вы готовы. А, поймать шаунд. Всего лишь-то. 300 метров падать. Да, тебе жизнь перели от меня. Не нас летят. Я тебе что, сало должен? Вроде нет. Тогда встань. Спасибо. Спасибо, чтобы вежливо ушли отсюда. Вилен, как ты быстро падаешь? Это магия. Не, не магия, я быстрее падаю тебя уже. Ха, обгон. А, маневр, маневр, маневр. Маневрируй. О, я уже поймал Шаунди. Прикольно. Ну извини. Забыл предупредить про свой больной план. Ну как обычно. То, что мне дал. Это ты про себя можешь сказать такую вещь. Ну ладно, шучу. Какие сейчас я тебе жопу засуну. Опять голоса в голове заговорили. Gentlemen, negotiations were less than successful. Jala and Kiki will spread the word. Steve Ford belongs to the syndicate, and the Saints are not welcome. Я как нас ненавидел, ля-ля, не уважают вообще. Так, нужны денежки, дай денег. От облом. Это миллиард, что ли? Нам дулю показали. Я свободен, свободно падаю. Пройдено. Как говорится. И мы получаем братка Шаунди, только что она браток, если сеструня. Я не понял. Получится.
А мы сколько снимаем, кстати? Нам, походу, надо им сказать, что первая серия ознакомительно кончилась. Ностальгическая. Ну, следующая серия. Ну, следующая серия будет. Будет прос... будет актив. Да тише ты. Будет хорошая активность, народ. Будет еще серии. Будет слабая активность, будет такая. Раз в неделю, наверное, полторы. Как-то так. Джека, мышку перестань трогать. Да, надо реально заканчивать, у него голоса, говорю, реально уже сейчас мозг полоскает, вы видите как. Всем спасибо, что вы посмотрели первую серию. Кому понравилось, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, делиться видео с друзьями. И не забывайте переходить по ссылочке в описании на канал Gaming Bro. Так что желаю всего самого наилучшего, всем до встречи и бай-бай.